Здравствуйте! С вами интернет-магазин «Азбука инструмента», и сейчас мы рассмотрим отличный прибор для строительства и ремонта на вашей даче. Это циркулярная пила Makita HS7100. Она предназначена для прямолинейного, продольного и поперечного пропила древесины любых пород. Стильный корпус сделан из приятного пластика. Имеются две ручки с прорезиненными вставками для более комфортного хвата. Пилящий диск диаметром 190 мм полностью заточен в металлический кожух для безопасности оператора. В данном кожухе предусмотрена система отвода отходов с возможностью подключения технического пылесоса для чистоты рабочей поверхности. Данная циркулярная пила способна совершать пропилы глубиной до 67 мм с отклонением до 45 градусов. Причем для регулировки данных настроек вам не понадобятся дополнительные инструменты. А мощный движок 1400 Вт способен раскрутить диск до 5500 оборотов в минуту. Это позволит вам с легкостью работать с этим инструментом. Имеется также специальный упор, который позволит вам с легкостью проводить параллельные распилы. Для удобства его можно закрепить как спереди, так и сзади подошвы. Для предотвращения непреднамеренного старта имеется кнопка блокировки пуска. А если вам понадобится заменить диск, то для этого у вас все будет под рукой. На корпусе имеется паз для шестигранника. Берем его, зажимаем шпиндель специальной кнопкой и откручиваем. В комплект входят сама пила, упор, шестигранник, инструкция и удобный кейс для хранения и транспортировки. Циркулярная пила Makita HS7100. Надежность и качество с японским характером. Интернет-магазин «Азбука инструмента» желает вам удачной покупки, ведь мы – это ваш инструмент от А до Я.